я хочу поблагодарить именно вас, потому что вы закладывали тот маленький кирпичик, фундамент того, что сегодня существует город-курорт Анапа. Хочу пожелать вам всем здоровья, долгих лет жизни, теплоты в семье, всего вам самого хорошего. Пусть Господь вас всех благословит и даст вам много лет жизни. Председатель совета Леонид Кочетов рассказал, по итогам года Анапа вошла в десятку лучших муниципалитетов края. И это стало возможным в том числе и благодаря правильно выстроенной предшественниками работе. По рейтингу муниципальных образований мы занимаем 9 место из 44. Мы обошли такие города, как Новороссийск, Сочи, Краснодар. Я считаю, что это очень большое, хорошее достижение для нас. Медалью за активную работу в муниципалитете наградили Наталью Смоглюк. Она более 30 лет проработала в управлении образования. Те годы, когда вспоминаю, был как раз такой переходный период, когда мы боялись, что мы потеряем детские сады. Но мы смогли в этот период все детские сады ведомств вернуть в муниципальную собственность. Все, что мы взяли, было отремонтировано, была принята большая муниципальная программа, порядка 20 миллионов совместного софинансирования. Все детские сады в районе, в городе, у нас была все общая сеть, все остались сохраненными. В завершении встречи Юрий Поляков поздравил тружеников с наступающим Новым годом и выразил пожелание, чтобы в следующем году здесь же все ветераны муниципальной службы вновь встретились в этом же составе.